Шановні, доброго суботнього ранку всім, хто зараз вже став постійним глядачем нашої суботньої ранкової програми. Дві години, як завжди, будемо працювати саме для вас. Поки я всім кажу доброго суботнього ранку. Мысли повисли на волоске над пропастью наших дней. Кто станет первым, кому закрывать эту дверь? Алло, между нами ветер. Алло, трудно не заметить. Долетай, заплетай. Прочь от меня уходи, сомнения. Кто станет первым, кому останавливать время? Тебя отныне поручив,
сожалений. Ты возьми от этой крепости ключи. Я в тебе навеки так уверен. Я сердцем будто крепость дал тебе без боя, но по словам твоим пощады не проси. Не в том моя вина, что я не любим тобою, а в том, что разлюбить тебя не хватит моих сил. Я сердцем будто крепость дал тебе без боя, но по словам твоим пощады не проси. Не в том моя вина, что я не любим тобою, а в том, что разлюбить тебя не хватит моих сил. Меня забудешь, буду любить.
Вона така єдина принцеса Рус. Колючі і палка слова кохання говорив тобі я. Але навіщо ті слова, якщо не відчуваєш мого серця биття? Пісні писав, кохання розчинявся, ти сказала, ми просто друзі. Ми просто друзі, люблю тебе, як квітка сонця. Я нусь до тебе, як лоза, чекаю я. Фортеці раю на тебе, душа моя. Бо ти мій світ, моє повітря. І хай би ще там не було, кохання моє. До тебе вічна душа моя ціпіє. Хожу собі, всім посміхаюсь, але без тебе все не те. А посмішка – це просто маска, і що робити, не знаю вже. Ти проходиш повз, навіть не посміхнеться, серце аж на крик рветься. Пісню писала, кохання розчинявся, ти сказала, люблю тебе, як квітка сонця. Тянусь до тебе, як лоза, чекаю я. Фортеці раю на тебе, душа моя. Ти мій світ, моє повітря. І хай би що там не було, кохання моє. До тебе вічна душа моя, це ти є. Люблю тебе, як квітка сонця. Тянусь до тебе, як лоза, чекаю я. Фортеці раю на тебе, душа моя. Ти мій світ, моє повітря. І хай би що там не було, кохання моє. До тебе вічна душа моя, це ти є. Це ти є. Це ти є. Пути. Скоро
витать мелодію любви. У нас все-таки день бармена мы сегодня отмечаем с тобой, и мы не просто так его отмечаем. Вот, ну, даже в компании, я бы тебе сказала, мы вчера, вот я не знаю, ты же видела, я видела тоже вчера, смотрела. Да. Подожди, что-то меня перебивают. У нас звоночек есть телефонный. Доброе утро. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела поздравить всех барменов с праздником их профессиональным. Угу. Пожелать им творческих успехов, чтобы они также радовали своих клиентов, гостей. Ой, как приятно, спасибо вам огромное, Максим. Но это уже ваш адрес, в адрес ребят, которые пока сейчас остаются за кадром, потому что они там что-то вообще тоже готовят. Ну, а сейчас, Тань, а ты вот не заглядывай, пожалуйста, ну, хотя мы пока только будем смотреть, что сегодня будем делать, слово вам. А мы будем уже запахи вдыхать пока. Да. Будем. Сегодня я для вас приготовлю Irish кофе. Ну, не совсем по классическому рецепту, а с легким твистом. Итак, начнем. Для этого я буду использовать виски 40 мл. Вот это приятно. С утра, суббота, я как бы говорила, ну, что... Ну, день бармена. Получится. Выходные можно. Сахарный сироп. Это нам. 20 мл. Как вы так на глаз отмеряете? Ну, так, считаю в уме. Каждая секундочка это 10 мл. А я думала, каждый бульк. Каждый бульк? Бульк. Надо запатентовать такую единицу измерения. Все это мы разогреваем. Мы должны получить, чтобы виски немножко испарился, чтобы потерять его алкогольное... 10 утра. 10? Тань, ну я думаю, что вот нам уже можно будет и не пробовать. Мы испарение вдохнем с тобой. Да, и нормально, в принципе. Запах получаем. Да, уже как-то чувствуется. Его докипаем. Я не вижу, что оно читает. Закипает, Таня. Да. Уже, ты уже вдохнула? Если что, доведешь эфир. Да, вбиваем нашу посуду. Смотри, шипит. Данная посуда, это Irish Glass. Здесь поставим, чтобы приготовился наш кофе. А здесь мы подожжемся. Ай! Подожжем, чтобы виски немножко карамелизировался. И был запах карамели. Все это поджем. Красиво. Олечка,
Будем каждое утро делать такое. Да, данный напиток можно приготовить даже в домашних условиях. Я использую заваривание кофе гейзерного типа. Здесь у нас проходит сейчас реакция. Вода нагревается, превращается в пар, проходит через порцию кофе и превращается обратно в наш кофейный напиток. Сейчас немножко подогреется. Я пробовала. Сознаюсь, видела, но не так мастерски. Так, чтобы все горело, искрилось. Нет, ну искриться у меня может, но чтобы вот... Да, искриться это... Я хочу рассказать такую вот, пока у нас тут закипает, насчет искриться. Все же прекрасно понимают и знают, что то, что металлического, каемочка на тарелочке, ну, микроволновую печку лучше, ну, все-таки, да, не экспериментируют. Нет, согласна. Я себе вот делюсь, признаюсь, каюсь. Пришли гости, я приготовила красную рыбу в фольге, все как положено. Ну, я ее чего-то решила разогреть немножко, но я понимаю, металл нельзя. Я эту фольгу завернула в бумажное полотенце и положила в микроволновую печь. Там, конечно, было вот моя такой... рыбочка. Да, но я же завернула в бумажное полотенце. Я достала с этим факелом под кран, все погасила. И очень даже получилось, да, ты говоришь. Да. О, факел какой был. Что там, Максим? Наш кофе приготовился. Ты сейчас рыбу вспоминаешь или кофе? Нет, оно там... Наш бокал Irish Glass посудоподачи и буду использовать аэрозольные сливки. Когда используем аэрозольные сливки, то кофейный напиток будет сразу приобретет название кофе по-венски. И красивенько, вот страшно. Ты как распаряешься, ё-моё. Это надо вставать мне еще на полчаса раньше, чтобы вот так. И для украшения... Может, латань такой накрутить. Использую палочку корицы. И сверху. Максим, тут раз. Посыпать. Ты еще рыбу не успела доготовить. Уже все. Вау. Данный кофейный напиток готов. Ай, ладно, мы это уже в конце программы попробуем. Ну, еще как-то у нас полчаса программы, а то это, боюсь, мы уже испарение. Поп, так это вдохнули аромат. Угу. Кто к нам присоединяется? Так, Александр присоединяется. Здравствуйте, Саша. Доброе утро. Мы готовы. Вы готовы? Да, вы сказали, что будете издеваться немножко над нами. В хорошем смысле слова. Все правильно, утро начинается с кофе, особенно у бармена. Мы уже, да. Ну что, давайте, говорите, праздник ваш, вы изолируете. Праздник ваш, работаете вы. Хорошо, работаем. Работайте. Просто хочу сразу сказать, что обычно бармена утро начинается в 6 часов вечера. Угу. Такое время в 9 утра. Сегодняшний праздник вы запомните, я так себе понимаю. Мы только уходим со смены обычно. Ну так, практически. С вами приготовили тогда мохито, поскольку мы все соскучились за летом. Да, за карибами. За карибами, хорошо. Вот приготовим карибский мохито. Давайте, подходите, Ольга, вы смелая, вы первая, давайте, вы рыбу ставите. Таня, мы договаривались. Да, давайте заем. Кто-то подбрасывает один, второй что-то ловит. Ну вот, бросать ничего не будем. Давай я подбрасываю мысль, а ты ловишь. Нет, вот... Будем. Да. Ага. Это наша стакан. Да, это ваша, да. Это мои были. У нас большой бокальчик, чтобы хватило на все. Да, действительно. Напиться с одного. Мы уже кофе. Ну и начнем. Вдохнули. Нужен лаймик. Нужно 4 долечки. Да, вот вы забрасываете, да, а мы уже... Давайте, Ольга, забрасывайте. А потом вы. Туда тянуться, да, надо? Так. Вот эти, да, кубики. Кубики, понятно, дольки. Таня, смотри, я попала. Таня. А я бы дольки кидала. Господи, спасибо, что предупредили. Таня. А три хватит? Нет, давайте 4. 4 это ровно половина лайма. Не нарушайте. Таня, теперь, пожалуйста. Берем теперь стаканы, что мы делаем? Раз. Давайте уже. Что ты вроде как репетировала, ты знаешь? Я с лаймами вчера репетировала, да. А, ты знала, я репетировала. Угу. Все, да, лаймик желательно нарезать предварительно, там за минутку, за ложку две. Отдай. Он дает хороший вкусный аромат и запах. Держите, это Мадлер, либо просто на уроде толкучка. Толкучка, давай, Олечка, толкаем! Так, вы подавите, да. Я подавлю. Давить. Ну, давить нужно не вот так вот, а вот так вот нужно брать. Упор должна быть кисть. Не маникюрные ножнички, давай. Нет, ну... Олечка, вот ты сейчас вот сильно умная, на. Да, пробуем. Мастер, давай. Таня, что-то у тебя вообще не расплющился. Можно я там? Чего? Ну там что-то потекло, наверное. Таня, нет. Давайте я вам помогу. У меня тут пониже стоечка, ты понимаешь? Вот, смотри, как я сделала, видишь как?
Да ладно, ты сделала. Смотри, у меня сколько там уже сока. Давай так, бокал мой, у меня подавлено, делала я. На, пожалуйста. Ну, как все, смотри, как у меня красиво. Я приду к тебе на кухню. Получается. Саш, получается? Да. Так, вообще-то во время давления используется тростниковый сахар, но мы сегодня будем делать не классический мохито, а, как уже повторял Максим, это будет твист, то есть что-то, наш взгляд на этот напиток. Мы добавлять это будем сироп, они уже сладкие, поэтому сахар нужен. Вкусненькие, да. Хорошо, давайте. А дальше о хитрости. Ничего мохито, себе. Да, мохито у нас делается, как вы знаете, а ледика добавили? Да, с дробленым льдом, поэтому мы его сейчас сделаем сами, держите. Сейчас. Таня, на Карибах была? Была, но я сокровище искала. Так, не, красиво как-то ребята делают. Да. Правильно я делаю? Ну, держи. Таня, попробуйте. Я еще тоже. А как? Покажите. Мы ж... Нам нужно разбить лед, поэтому можно делать сильное толчковое движение. А вы можете делать вот так вот красиво. Вот так красиво я могу, я не знаю, что подаришь. Поехали. Давай я просто посмотрю. А я сейчас могу упасть, но это будет красиво зато. Да, да. Вот так. Я, по-моему... Это, знаешь, на Новый год. Главное проявить вот. Да. Здравия. Саш, там уже помочь. Все, у вас получается. А у меня уже получилось. Смотри, Таня, я тебя уже наколотила, а ты увлеклась, я так. Это тебе не эти папуасские штуки. Держите еще одну. Что? Руку, а я вам открою. Тут нужно немножко силы приложить. Таня, вот так. Смотри, ну что-то у меня тоже получилось. Крашит, все хорошо, у всех все получается. Вторая серия. Я потанцую, давай. Ну, вот, видите, что с ведущими делают по утрам? Оля! На! Я дам. Да. Так. Получилось? Да, получилось. Мы так тут вас наплясали, что я уже забыла мяту положить. Поэтому перейдем к мяте. Ничего страшного, это не проблема. Пусть будет охлаждаться. Я знаю, нам подсказали. Тут есть группа поддержки. Мы такие веселые с вами. Ты можешь так локтем? Я? Ну, так могу локтем, но вот так нет. Ну что ж, будем нарывать мяту. Тут тоже есть определенный секретик. Нам нужно мяту. Да, держите. Каждому по веточке. Ждать, чтобы успокоились тобой, вот наконец. Эти стебли нам не нужны, они дают травянистый вкус напитку. Поэтому мы срываем два и срываем бед. Да. И нажимаем, давайте сюда в общую кружку. Да, давайте в общую кружку. Да, ну, это получше. С этим уже поспокойнее, да, Таня? Уже как мята просто. Щипали себе, да и щипали. Ой, листик упал. У меня еще один букет есть, смотри. Нам нужно немножко, порядка 10 грамм. Тань, ты знаешь, я что тебе могу сказать? Я и так замерзла в студии. Мы сейчас с тобой еще по мохито попробуем. Холодненьким. И хорошо. Да. Я уже нащипала, Саш. Ты мне две веточки только дал. А я сейчас свечу. Это вам, а это мне будет. А что, тебе будут вот эти палочки? Да. Нет. Это... Я вот приблизительно вот так. Вот так. Ну ладно, давай, можете вам сыпать вообще. Так. И что делать? У меня получится, да. А ну, а давайте, доставай, вот, давайте вот так проще. Вот так раз, и все, есть. Теперь нужно ее возбудить. О! Ага. Ради этого пришли сегодня с утра, давайте. Давайте. Просто обычным ударом. Да, я хорошо, да? Возбудили. И бросаем бока. Вот что происходит с мятой, ё-моё. Да, нужно ударить, понимаете. Все уже, ну да. Машка, я немножко своей возбужденной поделитесь. Потому что ты мне как-то слабо возбудилась. Давайте еще. То есть мяту можно увидеть, что ее мадлят, но это неправильно. Потому что мы рвем волокна, она потом слишком мятная становится. Все, мяту мы сделали. И дальше зальем сиропчика. Я теперь знаю, как мяту возбуждать. Будет фруктовый маракуйя у вас один от Брембара. Так. И мы будем использовать джиггер верной посуды. Все понятно. Это вместо тростникового сахара, да. Угу. Более будет. Так. И вам сделаем арбуз. А вам сделаем арбуз. Эй, хорошо. А я выпью обычно для сравнения. Ага, а мне арбуз.
Александр, я не запомнила слово, он мне вчера говорил. По-нашему, дегустатор всех напитков, которые... Молвите еще раз это слово. Не дегустатор, миксологи. Это искусство создания напитка. Да, да, я просто вот говорю, я не запомнила. У тебя розовый. Все, мы сейчас чуть-чуть... можно увидеть, что делают обычно со спрайтом, но классическая рецептура идет у нас минеральная вода. Я чуть-чуть добавлю. А спрайт, наверное, в том, что лайма меньше добавляют. Да, и лайма меньше, и сахара меньше. Это что, все? Чуть-чуть буквально. И мы дальше сделаем стир. То есть это перемешаем, я вам покажу. Стир дальше. Все элементы, да. Да, все элементы должны быть вместе. И утром у меня... делала, забыла. Да. И у меня я добавлю сахарный сироп. Все-таки добавил сахар. Да, потому что у меня нет такого, как сироп у вас. Вкусняшки. Да. Вот, и мы закрываем аккуратно, чтобы не упало на стойку. И вот такими вот общими движениями, да, перемешиваем. Стандартный стир. Ничего. Пожалуйста, держим. Нет, по ложке. Как я могу как... Да. Коллега. Я могу как борщ перемешать. А благодарю вас. Да. Вот так мы делаем. Сашка. Не буду мешать, занимаюсь. У меня мята не утонула. Да, вы ее аккуратненько. Таня, плохо мы с тобой танцевали с Лёдиком. Нет, ты давай сейчас потанцуешь. Потанцевать дуэта не поможет, ты знаешь. Все, все, красиво. Красиво. И понятное дело, что... Нужно добавить лед, потому как в таком виде мы не будем... Полстакана, да, как-то оно... Да. Страшно. Уже. Я уже работаю как электромотор. Да не там мне. Смотри. Вот с такой горочкой обязательно. Представляешь? И украшаем. При украшении тут уже ваши... Вот те твои долечки. Да. Можете выложить долечки, можете повесить. Я с твоим льдом могу поделиться. Смотри, зачем мне столько льда в стакане? Я не буду тебя от сердца отрывать лед. И мы еще делаем одну небольшую хитрость. Срываем кучочек мяты и опять ее возбуждаем по бокальчику. Вот это да! И вставляем вот сюда аккуратненько во фронт бокала. А украшаем. Мне льда не хватает. Сейчас мы сделаем. Украшаем лаймиком. Вот первый мохито готов. Олечка, давай. Сильно жарко тебе, я смотрю. Да. На основе маракуйи. Смотри, как красиво учит. Я продолжаю делать дальше. У тебя... Ну, мы же доделаем еще раз. Арбузы. Да, арбузы. Я могу просто... Watermelon. Вот. Это был урок английского. Вот, мы все запомнили. И watermelon. Да, все? И еще твист. Да. Твист перекрученный с английского. Это у нас другой взгляд на кофе. А, ничего страшного. И немножко дольем туда. Ингредиенты. Всегда нужно корректировать, то есть напиток это не просто так по рецептуре, а тут от души. Вот количество воды мы не отмеряем тоже там на глаз под бульками. Количество воды, есть такое понятие on the top, немножко сахара. То есть наверх до конца, но ее не должно быть много, обычно это 60 мл. Ну потому что лед же тоже тает, он да, тоже лед, превращается. Дело, почему так а много? Чего лед делается? Обычная питьевая вода или минеральная? Вот обычная вода, но ставится фильтры трехслойные на нее, то есть это как родниковая. У меня тоже. И у вас. Тоже арбуз такой неспокойный. И... Можно 2-3. Конечно, как тебе, так 2-3. Да, как мне. Да. Ну что ж, держите. Договорилась до конца программы. А вот тут была вот такая подогревашка. Подогреть мохито? Растопить его? Ну что, пробуйте. Надо же попробовать. Будьте здоровы нам за ваш праздник. У нас заканчивается уже с тобой программа. Нет еще, Тань, ты понимаешь, в чем дело? Мы будем пробовать. Да, ну, не выстираем. Да? Да. Мастер. На самом деле мохито это национальный напиток так Кубы. Так лето-то уже близко. Кубинский Александр. Национальный напиток, да. Как знала. Вот. Просто причем знала. Причем к нам хорошо. От пиратов. То есть пираты пили ром в большом количестве. Но понимаешь, где в чистом была? Виде он тяжело заходил. Правильно? Поэтому добавляли лаймика и мятку. И в таком виде он прекрасный, да? То есть можно выпить большое количество. Да. Чуть позднее уже на Кубе кубинцы добавили туда немножко содовой и стал напиток еще лучше. Ну, я все-таки скажу нашим телезрителям, у нас... А я доделаю еще один. Без алкоголя. Без алкоголя. Танцуем.
очень хороший, такой свежий. Там все настроение хорошее, и праздник у нас. Ребята... Арбузный фреш, дамы и господа. А у меня маракуйя, да? Да, маракуйя. Вот. Фруктовый напиток. Давай, уважаемые красиво. Телезрители, я немножко поставлю, потому что слишком прохладный. Просто так, если... Ну, лето, напомню. Лето, да. Сейчас жара такая, и чтобы не простыть... Пляж, все-таки... море, Одесса. Что-то не что. Я забылась просто. Пляж, море, Одесса, Кариба. Нет, ты только что я у пиратов была, поэтому да. Как бы особо... Ну, пожалуй, готово. Это попробую. Конечно. Как у вас? Кстати, как вам... Классический. Mm-hmm. А наши изобретения мы тоже старались. Ну, ваши я уже продумал, разработал, поэтому знаки на вкус, они достаточно вкусные. Красиво поставим. Ну, пожалуй, на мохито мы закончили. Спасибо. И это еще не все. Опять не все. Да, что это не дальше? Все. Мы покажем программу. Нам нужно пару минут. Пару готовим. Одна минута. Пару. Хорошо, минута. Договорились. Это безопасно, поэтому можно это спокойно пить. Это безопасное синее. Да, только лед внутренний не принимать. Да? Я что-то как-то не рискую, если честно. Можете попробовать. Пожалуйста, Ольга, вы смелый человек.
хочется попробовать божественное. Синенькое. Божественное. А что у нас? Говорят. Вот меньше булькает у нас что? Ну, вот, смотри, не булькает вообще. Давай, ты смелый человек, давай. Я можете не могу. Попробовать, не стесняйтесь. Давайте. Просим. А сегодня вела больно, программу. Ольга. А как же подойти, чтобы лед-то не попал? Я тоже возьму, Олечка, возьму, чтобы тебе составить компанию. Да, сегодня вели программу. Сегодня вели программу, и... Олечка, надо пить, потому что выливается уже. Давай. Вот как его? Оно мне дует в нос. Олечка. Все равно лед там на низу, поэтому да. не попадет. Не глотнула лед, нет? Нет. Смело. А что это хоть это такое, скажите? Что, а это что наш за авторский вкус? Коктейль. Авторский коктейль, Олечка. Ну, очень вкусно. Мне тоже очень нравится. Алкогольная основа, модификаторы, напомните. Привет. А это ты, да, Владимир? Да, да, привет, садись. А просто ты в Фейсбуке другой немножко был. Ну да. Как дела? Нормально, ничего, что опоздала. Да, да, я просто ноготь поломала по дороге. Да? Думала, что делать. Ой, слушай, это так неприятно, это же бывает. Да-да, ужас, просто не знаю, надо идти делать маникюр. Угощайся, чай, я как бы не знал, какое тебе пирожное, я взял на свое. Ну, так, день влюбленных же завтра, поэтому тебе уже. Ну, я не ем просто такое. Да? Я же фигуру держу. А хочешь, возьми мое? Ты, не, ну там... Да, бери, ничего страшного. Ладно, хорошо. Как дела? А что ты цветы мне не купил? А я, слушай, я просто очень спешил, я же вовремя как бы, да, пришел, понятно. И поэтому... Ну, я так... терпеть не могу, когда мужчины на свидание приходят без цветов, да. Вообще ужас. Как моя мама говоришь. Да? Да. У тебя с мамой хорошие отношения? Да, у меня мама золотая. А, ну то есть, значит, все в порядке, да? Да, между прочим, она мне сегодня рубашку погладила. А ты сам не гладишь, да? Я, ну, глажу, но мама настаивает, чтобы она это делала. Понятно. Ну, как дела у тебя? Хорошо, нормально. А у тебя? Отлично. Че, пишут, да? Да, сейчас, извини, пожалуйста. Да, хорошо, я как раз тоже пока зайду. Куча сообщений. Слушай, эти поклонники, ну посмотри. Заваливают просто. Да. Слушай, я видел тебя в спектакле этот, как он называется, ну там что-то про Шекспира, там про любовь, ты там как про Надю любовь. Играешь. А, не Надю, я любовь. Играю. А, любовь, да, точно. Слушай, ну ты просто молодец. Да? Да. А что тебе понравилось? Ну, в принципе, мне понравилась картинка, вот, да, как на сцене все было, так построено все, вот эта ваша актриса. Которая скромную такую играла, вообще просто, просто поразила меня. То есть она тебя поразила, да? Не, ну ты, нет, ты вообще, ты тоже классная. А ты до конца досидел? Не, ну мне просто надо было бежать. Ну я просто работаю, мне, знаешь, такая могут кстати, вызвать. А чем ты работаешь, кем ты занимаешься вообще, чем? Ну я курьер. Ну, я там, знаешь, доставки там позвонили, просто очень хороший был вариант, не мог отказаться. И что, это выгодно? Да, ну, да, там, как бы, ну, там не важно, там 3% от суммы. И что, ну, тебе хватает на жизнь, да? Не, ну, как бы, да, ну, мне мама помогает, как бы. А, ты с родителями живешь? С мамой. Понятно. Вот, ну, у нас большая квартира, однокомнатная, но большая, вот. Понятно. Я думал, просто как-то тебя в гости пригласить, может, домой, знаешь. К маме? Не, ну мама на кухне посидит. Она будет не против, да? Нет. А ты часто домой водишь, да, девочек? Ну, нет. Нет? Да. А, ну хорошо. Ну, просто уже как бы 18 исполнилось, поэтому можно. А мне 30. Тебя это не смущает? Ну, не знаю. Ты кушай пирожное. Нет, я же тебе говорю, я фигуру держу, мне нельзя это есть. Уже есть там после шести. Извини, пожалуйста. Да ладно. Я тоже пока посмотрю.
Слушай, вот знакомая пишет, я просто смотрю, а ты с ней просто одно лицо. Она в Израиле живет, ее Галит зовут. И просто я смотрю, ну, одно лицо, очень похоже. Да? Да. Красивая? Ну, смотри. О! Точно. Да? Да? Одно лицо просто, просто брови такие. Единственное, что, ну, она может немножко постранее, ну, ей-то 20, это ж такое дело. Ну да. Будет. Не, ничего, я спортом занимаюсь, поэтому все нормально, да, не переживай. А где ты ходишь? В спортивный зал хожу. Там йога, пилатес, такие штуки, знаешь, ну, ты, наверное, не знаешь. Йога, пилатес. А пилатес это, ну, танцуют, да? Нет, то пилон. На пилон я тоже ходила. Да, ну, потом ответишь. Вот, ну, на пилон я ходила, но там тяжело, короче, и я перестала ходить на пилон. Теперь хожу просто в зал. Вот, ну, иногда не хожу, потому что лень. В общем, так вот. Работы много у меня. Что там? А что там? Да, там. А, девочка красивая, да? Понятно. Да, слушай, а чем ты, какое твое там хобби? Хобби. Я не знаю. Ну, знаешь, я вообще люблю путешествовать. Круто. Очень сильно, да. Ну, вот я там встречалась с парнем, он мне постоянно поездки дарил. Да? Да, разные. То есть я ездила в Турцию, в Египет ездила, была на Канарских островах, вот в Израиле была. В общем, мне все это оплачивали. Ну, классно, когда тебе не надо тратить денег, ты взяла и поехала себе. Супер, да. Ну, круто. Я очень люблю путешествовать. Я бы тоже хотел такого парня. А что, ты нигде никогда не бывал? Не, ну почему не бывал? Бывал, я был в Киеве много раз, в Днепропетровске был. То есть, не, ну был. Ага, понятно. А как ты там свой выходной? У тебя выходные бывают вообще? Ну, конечно. У меня, я же курьер, поэтому у меня работа такая, могу работать, могу не работать. То есть, я посмотрел там по заказу, хороший заказ, раз пошел, поработал, все клево. А нет заказов, сижу дома. Там, ты куришь? Помогает. Я? Да. Да. Я тоже просто курю. Да, ты тоже. Да. Я просто думал, если, знаешь, семью заводить, там, планировать детей, может, думал, чтобы жена не курила. С кем заводить? С женой? Ну, если встречу такую девушку, которую, с которой захочу там, каких-то более тесных отношений. Угу. Я поэтому как бы хочу тебя познакомить с мамой, ну, вот, потому что, ну, знаешь, она ну, опытная женщина, знаешь, она нам подскажет что-то. Ну, просто, может, ну, как-то с мамой рановато, может, надо подождать немножко. Ну, может быть. Погулять, пообщаться. Ну. Может быть. Кстати, может... Привет! Знакомых. Как много у тебя знакомых. Ну, я же говорю, я курьер. Я, знаешь, там познакомился, там чаем угостили, вот уже и знакомые. Понятно, понятно, ясно. А на выходных что ты делаешь? Пойдем, может, потусим где-нибудь. Там вау, чтобы было круто, супер, знаешь, там, не всяк. Ну, не знаю. Ты на дискотеки ходишь? Я был. Был? Был, да. Я помню, когда в школе на Новый год была дискотека. Нет, здорово. Я очень люблю дискотеки. Да. А летом там в Ибицу ходишь? Ну, вот, знаешь, там пляж есть общественный. Ага, рядом, да? Да, ну, я как бы, я, ну, то есть, в принципе, возле Ибицы нормально все. Ясно. Извини, сейчас тоже. У меня тут сообщение пришло, прости. Так, угу. Слушай. О, пишут мне, что я красивая. Вау, смотри. Слушай, извини, пожалуйста, очень неловко, но мне хороший заказ. Давай мы с тобой еще раз встретимся и как бы более там, да, как-то дольше пообщаемся. Хорошо, посмотрим. Ну, ты, если что, звони мне, да, хорошо? Да, да, на связи, по-любому. Да, хорошо. Ну, все, я рад был тебя видеть. Ага, да-да, пока. Ну, да, давай, пока. Пока. Там, если что, да, пиши, звони. Хорошо, да. Надька, это ужас, это кошмар. Он работает курьером, понимаешь, курьером. Ну, на Ибицу нет, на Ибицу он не ходит, он на пляж ходит общественный, рядом. Нет-нет, я, ты что, все, вот пироженку. А хотя, подожди, я пироженку поем. Да, потом, да, хорошо, я приду к тебе, приду, давай, пока-пока. Так, что тут у нас? Хорошо, с кремом, как я люблю. С собой возьму. Да, вот появилась наша гостья.
Это кандидат психологических наук Оксана Вдовиченко. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте. Вы только что видели сценку, нам отыграли замечательные артисты Русского драматического театра Владимир и Елена, показывали, какие ошибки же совершают на первом свидании. Что вы можете сказать? Как справились ребята с задачей поставленной? Ну, ребята с задачей справились отлично. Можно четко проследить перечень ошибок, на которые следует обратить внимание. Ну, первая ошибка, да? Можно, да, прокомментировать? Да. Первая ошибка, когда девушка задержалась, она сказала, что я опоздала. Знаете, для девушки абсолютно нормально задержаться, внимание, слово задержаться более корректно, на 15-20 минут, потому что девушка кудри расплетет, кудри заплетет, мейкап такой, этот мейкап не подходит к штанишкам и так далее и тому подобное, поэтому это абсолютно как бы нормально. Второй момент, мне, кстати, было очень интересно, а кто оплатил счет, потому что молодой человек так быстро убежал, и девушка оплатила счет. Да, слушайте, какая прелесть. Относительно этого я бы тоже хотела прокомментировать. Так как это первое свидание, первая встреча, всегда мы не знаем, понравится нам человек или нет. Потому что, как я поняла, наши актеры познакомились в Фейсбуке. И не всегда то фантазия, та картинка, с которой человек видит, потом соответствует реальности. Поэтому мы не знаем, понравится нам собеседник или не понравится. Следует все-таки счет оплачивать. Знаете, многие говорят о том, что ну вот мужчина оплатил, mm-hmm. чтобы оплатил счет. Но я все-таки думаю, что на первом свидании было бы уместно, если бы счет, например, допустим, девушка оплатила за себя, да, а молодой человек оплатил за себя. Потому что, вот, например, у меня была такая ситуация, моя клиентка рассказывала, что она пришла на свидание, mm-hmm. а молодой человек говорит, ого, какой у тебя дорогой коктейль. Ну, а девушка не растерялась, она сказала, да, я знаю. Поэтому очень важно иметь при себе у девушки наличные ту сумму, которую mm-hmm. она могла бы оплатить. Если у нее есть, у нее вот есть сумма только на леденец, вот пусть она заказывает только леденец. Вот. Следующий момент, который я, как бы такой, знаете, красной нитью в диалоге, это переписка по телефону. Знаете, я все-таки считаю, что телефон на свидании, на первом всяком случае свидании, необходимо отключать так же, как и при просмотре кино или при просмотре спектакля. Да? Почему? Потому что, знаете, это такой, ну, такой очень простой и в то же время элегантный способ показать, что мне ты интересен, мне интересно все, что происходит здесь, мне интересно ты как личность. Боже, какие были бедные люди в 19 веке, они не могли таким простым способом показать это? Конечно, конечно. А сейчас, понимаете, таким способом можно показать, и это будет больше бонус, чем какой-то кучерявый букет, понимаете, для женщины. Потому что мужчина может преподнести цветы, а при этом вести себя... Наш герой не преподнес цветы. Ну, наш герой не преподнес себя, не преподнес цветы. Но дело в том, что, понимаете, молодой человек, как я поняла, из диалога не совсем богат. Вот, то есть он не олигарх, поэтому мог бы принести какой-то маленький букет. Ну, я не знаю, ну, валентинку, например. Относительно того, что девушка говорила, а где ты работаешь, а вот я была там-то, я была там-то. Знаете, вот это вот, конечно, любой человек хочет себя, ну, не то что, обратить на себя внимание. Показать в лучшем свете. Конечно, да, показать в лучшем свете. И, знаете, вот эти вот все красивые мечты, все-таки желательно, чтобы... Даже если это мужчина, который богат, у которого есть определенное, да, там, сокровище, все равно каждый человек хочет, чтобы он был интересен, он, mm-hmm. личность, а не там, допустим, все эти вот составляющие, да. И вообще, что хочет мужчина? Мужчина ищет такую женщину, с которой ему было бы лучше жить, чем одному, понимаете? Вот так вот, оказывается, да. Они ищут. И если, да, вот, вот, и получается, вот, что да. Если женщина представляет собой черную дыру, и все же... Так все пропадает, бермудский треугольник. И все это будет, скажем так, на себя высасывать, как черная дыра. Поэтому... Но он говорил, что у него хорошие заказы, там проценты, видите, он даже со спектакля ушел. То есть, в принципе... Возможно, он и может дарить дорогие подарки. Ну, понимаете, это же первое свидание. Да.
На первом свидании необходимо узнать, интересно или неинтересно. Никто не говорит о том, что, знаете, есть разные мужчины. Есть мужчины, которые готовы принести и подарить кольцо. Какой-то тип женщин подумает о том, что, ну, он хочет меня купить, или что это значит, знаете. Только духи и цветы, если больше, то уже обязан. Ну, как бы больше, это уже обязывает, да. Поэтому всегда следует говорить, а это что-то значит? Что вы имели в виду под этим подарком? Если мужчина говорит, просто мне приятно подарить красивой девушке, отлично, это будет, ну, трофей женщины, и она может без стеснения, без ощущения какого-то неловкости сказать спасибо большое за вечер, и как бы они могут больше не встречаться, понимаете? Ну, вот разные есть мужчины. Наш герой сравнивал свою спутницу там, то с актрисой, то с мамой, то со всеми, кого он знает. Вот этот момент, конечно, этот момент не стоит использовать. Почему? Потому что у каждого человека свой ассоциативный ряд. И, знаете, для кого-то, допустим, мама, вот, может быть, для молодого человека, это такая добродетельная фигура. Угу. Для девушки это может быть, ну, ей было бы неловко. Возникает чувство ревности. Понимаете? Вот поэтому все-таки не стоит этим заниматься. Ты такая, как моя мама, то есть моя мама уже по определению лучше, а ты, ну, возле мамы там как-то... Наш герой говорил, что он видел на сцене, но как-то выделил не ее игру, а выделил другую. Это от смущения или это просто, как вы думаете, по незнанию? Почему такая произошла ситуация? Он вроде же сделал ей комплимент. Ну, получилось наоборот. Но дело в том, что, наверное, молодой человек, в принципе, ему нравятся девушки. А может быть, понимаете, актрисы, ну как, актрисы могут не нравиться. Мне кажется, каждая актриса, любая актриса на сцене всегда выигрышно смотрится. Я вам по секрету признаюсь, вот актеры, которые играют, мои любимые. Они, возможно, не слышат нас сейчас, а может и слышат, и я такое сделаю. Но если мы разговариваем с этим человеком, поэтому, конечно, комплименты мы делаем конкретно этому человеку, понимаете? А не там Марии Ивановне или еще кому-то. Оксана, как стоит вот побороть волнение? Мы идем на первое свидание, не знаем человека, вот получается то, что получается. Как себя подготовить? Дело в том, что я бы хотела отметить вот какой момент. Когда мы идем на свидание, мы начинаем сразу фантазировать и строим какие-то планы относительно последующих свиданий и то, что будет говорить партнер. Знаете, вот два таких основных совета. Да? Первый такой совет. Никогда вы идите на свидание, абсолютно ничего не зная о ваших предыдущих свиданиях. Понимаете? Потому что, возможно, предыдущие свидания могут наложить отпечаток какой-то, да, негативный, а может быть, наоборот, какое-то положительное было, да, а с этим человеком ничего не случилось. И второй момент очень важный, не думайте, что будет впереди. Вот в психологии есть такой принцип «здесь и сейчас». Не нужно думать, что будет тогда и там. Поэтому наслаждайтесь общением, и тогда, возможно, развивающие отношения найдете в будущем. Очень такие приятные, волнительные моменты. Хотя я бы еще хотела отметить, относительно того, что девушка говорила о своих достоинствах, в принципе, это неплохо, когда мужчина и женщина говорят... Я такая красивая, говорила наша героиня. Да. В принципе, это неплохо, но это нужно делать очень аккуратно, понимаете, потому что мужчины на самом деле люди практичные. И они четко понимают, что хорошие не требуют рекламы. И знаете, и такая... И такая чрезмерная самореклама, она может оттолкнуть мужчину от женщины. Плюс мужчина по своей природе, конечно же, лидер. И он хотел бы получить определенный тоже знак внимания относительно своей персоны. А такое вот первая встреча может все-таки вызвать, ну, такое вот неприятное. Да. И о недостатках тоже не следует говорить. Девушка, когда пришла, сказала: «Ой, я такая рассеянная». Она что-то много поломала, да? Или что-то там она собиралась? Да, ноготь поломала, и она не ест, она бережет фигуру. Да, вы знаете, что... эти моменты тоже следует озвучивать дозированно. Почему? Потому что о недостатках. Ну вот, смотрите... Ой, то у меня ноги ломят, да, то у меня хвост отваливается, то у меня еще что-то происходит. Мы хотим рядом с собой видеть позитивного человека. Мы хотим рядом с человеком получать что? Приятные эмоции. Правда же? Правда. И никому депрессивный человек абсолютно не нужен. Понимаете, у нас мужчина, допустим, мужчина или женщина и так находится в каком-то таком кризисе, да, допустим, или там на работе какие-то неприятности, конкуренты съедают. И вот он хочет прийти к человеку и услышать яркий,
яркие, почувствовать вот эти вот яркие эмоции. Конечно, да. Конечно. Угу. А тут получается, что мужчина в какой-то степени или женщина начинает выступать в роли психотерапевта. Не нужно этого делать. Даже мы если... пригласили вас. Да, даже если мужчина и является психотерапевтом или женщиной, он это делает в свои строго отведенные часы в своем кабинете, но не на свидании. Оксана, хочу спросить у наших артистов, сейчас попросим режиссера показать наших артистов, да, понравились ли вы себе на первом свидании, как были ощущения? Я нет, я себя так не веду. Я нервничал. Ну, как бы, на самом деле, да, первое свидание, это все такое должно быть тонкое, такое изящное, такое, а не вот такие вот, ну, банальные какие-то вещи, да, которые происходят. Ну, и, к сожалению, в современном мире можно часто встретить именно такого рода свидания, да, и это очень печально. А, то есть вы бы не пригласили себя бы на второе свидание? Нет, никогда в жизни, боже упаси. Я бы тебя тоже не пригласил, даже первого. Владимир, как вы себя чувствовали? Ну, вы волновались, скромно. Я волновался, очень волновался, потому что все-таки это первое свидание. С Еленой? Да, с Еленой вообще мне, в принципе, первое свидание. Такую рань. Да, просто телефон, во всем, вся проблема это в современных технологиях. Я просто очень часто замечаю это в каких-то ресторанах или еще где-то, когда люди приходят, садятся напротив друг друга и просто погружены в эти телефоны. Поэтому это очень большая проблема. Я советую никому, идете на первое свидание, оставьте дома телефон. У мамы. У мамы. У мамы. Да-да-да. Вы мама так знает. Делаете? Нет, ни в коем случае. Спасибо большое. Нам помогали сегодня разобраться в ошибках замечательные артисты Одесского драматического русского театра Елена Ященко и Владимир Левицкий. Ждем вас еще в нашей студии. Еще пирожные остались. Приходите. Чем занимаешься? Важно. Давай я так закрываю глаза. И сюрприз. Давай. Хорошо? Давай. Нет, подожди, ты скажи, что это. Сначала скажи мне, что это. Да, я угадаю, это что это. Что это может быть? Книга? Нет, не книга, да? Ну, ты если что скажи, да. Что это может быть? А, это сережки. Не сережки. Туфли? Ты не знаешь мой размер. Ладно, все, давай. Давай, давай, скорее, я жду. Ну, я могу открывать глаза? А, такой большой подарок, что тебе надо, да, побольше времени. Хорошо, я этим посижу. Послушай, можешь открывать. Знаешь... Послушай. Мой подарок необычен. Так. Понимаешь, мой подарок... Он не продается. Угу. Его не существует в магазинах или где-нибудь еще. Класс. Понимаешь? Что это? Это необычный подарок. Я уже это поняла, раз да. Он не продается. И что же это? Я должен тебя подготовить к этому подарку, давай, понимаешь? Хорошо. Я понимаю, что ты натура утонченная, да? Ты любишь все необычное. Да, да. Вот. Необычные краски. В общем... Что же не продается в магазине? Ну, да. Вот, да, да, вопрос. Да, вот как ты думаешь, что это может быть? Я не знаю, что не продается в магазинах. Да сейчас все продается, в принципе. Нет, ты знаешь, не все. Вот не все продается. Абсолютно. Любовь? Естественно, без нее никак, но еще. Радость. Да, но более, наверное, материально. Все-таки. Ну я не знаю, ждала, ну, ну давай, подарок. Ну скажи что, я не знаю, я сдаюсь. Все-таки сдаешься? Сдаюсь. Ладно. Иди сюда. Значит так. Сегодня вечером. Так. Выйдешь на балкон. Так. Посмотришь на небо. Так. Увидишь самую яркую звезду. Так. Она твоя. Я тебе ее дарю. Мне звезду? Да. С моим именем? Да. А где сертификат? Звезда Елена. А сертификат? Обычно дают сертификаты на это. Мы сейчас с тобой возьмем и напишем сертификат. Да, это же... Ну ты мне покажешь эту звезду. Она не исчезнет? Нет, она будет гореть
до тех пор, пока мы с тобой будем вместе. А даже если мы расстанемся, она все равно будет гореть. Мне нравится твой подарок. Да. А можно сейчас уже, чтобы вечер наступил? Я хочу посмотреть на эту звезду. Сейчас выключим солнце. Да, я просто подумал, ты же мне тоже подарила необычный подарок на 23 февраля. Да, что я тебе подарила? Ты еще помнишь? Я помню. Такого не забудешь. Я до сих пор эти носки ношу. Да, еще не порвались? Нет. Хороший китайский. Вот, а я подумал, что звезда, она будет всегда указывать тебе путь домой, когда ты задерживаешься после работы и приходишь в 12. Угу. Вот. У меня работа такая, да-да. Ну вот, поэтому я, кстати, до сих пор не знаю, где ты работаешь. Я актриса. Да, вспомнил. Да, а ты курьер. Да, да, я точно вспомнил, ты же похожа на мою знакомую, которая из Израиля, Галидзову, ты помнишь, да? Да, я помню эту историю. Давай не будем вспоминать то первое свидание, мне кажется, оно тогда было не очень удачным. Ну да, ну, знаешь, все допускают ошибки. Ну, спасибо. Тебе нравится подарок? Мне очень нравится такой подарок. И на следующее 8 марта подари мне еще одну звезду. А в следующее 8 марта будет луна. Созвездие. Ну, я рад, что тебе понравилось. И вам я дарю звезду. А мне дочки подарили, а маме. Это моя мама, кстати, познакомься. Здравствуйте. Мама. Мама. Мама, это Вова. Очень вежливый молодой человек. Он мне подарил звезду. Назвал моим именем. Да. Звездолена. Звездолена, это прекрасно. А твой папа тоже все время так поступал. Да? Да. Спасибо, дорогие мои. Дорогие наши актеры, Елена Ященко и Владимир Нелицкий, разыграли перед нами сценку, как поступать мужчине, если он вдруг неожиданно, совсем случайно забыл купить подарок на 8 марта, учитывая, что все вокруг нагнетают вот это вот, а ты купил, а зайди. А сейчас наш психолог, она уже в нашей студии, в нашей гостиной, к ней присоединюсь, расскажет нам, какие были, может быть, ошибки, а может быть, хорошо ли Владимир вышел из ситуации. Оксана, здравствуйте. Доброе утро. Да, у нас в гостях кандидат психологических наук Оксана Вдовиченко. Оксана, вы видели сценку, вы присутствовали. Что скажете, как молодой человек вышел из ситуации? Молодой человек очень креативно вышел из ситуации. Я, честно говоря, не ожидала про звезду. Я думала что-то другое, честно говоря. А звезда, ну, во всяком случае, я поверила. Главное, чтобы девушка поверила. Оксана, смотрите, то, что я говорила, нагнетается у нас ситуация о том, что вот, ты купил ли подарок на 8 марта, не забудь. Мужчина попадает в экстремальную ситуацию все-таки, потому что надо пойти в магазин, выбрать такое, чтобы понравилось. Как вот подойти к этому вопросу? Может, есть какой-то алгоритм, схема, подход к покупке подарков? Ну, вы знаете, я бы, наверное, сказала, что это не только экстремальная ситуация, вернее, я бы даже отметила, что в большинстве случаев это стрессовая ситуация, потому что во время стрессовой ситуации у человека возникает определенная тревога и дискомфорт. А экстремальная ситуация, знаете, вот так вот, если четко разделить, в экстремальной ситуации это такие обстоятельства, когда выходят за пределы обычного. И я все-таки считаю, что в школах и в дошкольных учреждениях все-таки присутствует такой уже ритуал, когда девушки дарят, мальчики дарят девочкам, угу. А девочки дарят мальчикам. Поэтому тренинг такой идет. Поэтому я могу вам сказать, что мальчики уже научены. Угу. И для них все-таки это не экстремальная ситуация. Почему стрессовая? Потому что женщины, вы правильно озвучили, что нагнетают ситуацию, и речь идет о том, что ты, пожалуйста, меня удиви. Да, вот сделай что-то, сделай какое-то чудо. А чудо это обязательно что-то неожиданное. И мужчина находится в таком стрессовом ситуации, потому что а вдруг его подарок не окажется вот этим, знаете, чем-то таким неожиданным, вдохновляющим, который, да, девушка ждала. И, соответственно, и происходит как бы, ну, вот такое непонимание. По поводу алгоритма, вы понимаете, это же не математика, это отношения. В отношениях никогда не будет четкого алгоритма. И есть моменты, когда все-таки лучше, чтобы мужчина как-то уточнил, может быть, женщина ему как-то намекнула, красиво намекнула, а можно прямо спросить? Корректно.
А, можно прямо спросить, почему нет? А, потому что, допустим, не все мужчины понимают намека. Хотя я все-таки считаю, что в большей степени не мужчины не понимают намека, девушки не совсем корректно намекают, конечно. Но смотрите, можно же, например, сказать, что приобрела кулон, а на цепочку у меня как бы не хватило суммы. Или я видела красивое платье, я даже его померила, а цена кусается. Я думаю, что мужчина все-таки как-то намек этот воспримет. Если нет, ну тогда можно, допустим, ему сказать, что я видела возле твоего магазина там шоколадные какие-то конфетки, да, мне было бы очень приятно, если бы ты их несколько штук приобрел сегодня, да, уточняем, сегодня. Договорились, понимаете? И тем самым... Договор можно заключить? Да. Или, знаете, вот мне тоже очень нравится такой способ, когда всегда в психологии есть такой момент, как проективные вопросы. Или что-то вот, какой-то вопрос, какая-то ситуация, когда можно спросить проективно у мужчины. Ну вот, допустим, если мы говорим о 8 марта, да, мы можем у мужчины сказать, а как ты думаешь, что твой друг Алексей подарит своей жене Наталье? Понимаете? А так как это друг и одновременно коллега, то любое то присутствие, вернее, взаимодействие, когда он будет видеть своего друга, у него обязательно будет возникать ассоциация с подарком для что же Алексей подарит для своей супруги. Хорошо, если у Алексея есть супруга. Ну хорошо, любимая девушка. А что бы ты подарил своей девушке? Тут можно найти очень много вариантов на самом деле. Оксана, скажите, был ли у вас какой-то необычный подарок для вас? У меня был креативный подарок, я бы сказала, вот в принципе где-то как со звездой, только немножко в другом, тоже очень творчески молодой человек подошел. Да, мы вернулись, мысль запомнила, Оксана, какой у вас был подарок необычный? Молодой человек пришел и говорит, что нужно сделать девушке, чтобы она взлетела. Так. Дело в том, что девушки более такие находятся в фантазийном мире. Поэтому я, честно говоря, думала, что и моя профессиональная деятельность поспособствует. Но это я, правда, училась в университете, все-таки думала, я же должна понять. Я должна понять. Ну, я, конечно, разные варианты. Оказалось, взмахнуть ресницами. И мне подарили тушь. Ага. Вот как неожиданно закрутилось. А, Оксана, скажи... Правда, тушь была другого цвета, но ничего страшного. Главное, внимание. А какого? Зеленого. Ну так вы влетели в зелень, в природу. Оксана, скажите, а что же происходит, вернее, почему мужчины не дарят подарков на 8 марта? Ну и вот, в принципе, на праздники. Ну, психологи отмечают 5 таких причин. Первая причина, когда мужчина не считает, что подарок важен. Он считает, что самый лучший подарок – это он. Почему? Потому что он не ходит по гостям, он чинит кран, он приносит всю зарплату домой. Каждое воскресенье они ездят к ее маме, и он говорит о том, какие вкусные поджаренные котлеты. То есть он так считает. Но я бы хотела немножко прокомментировать с психологической точки зрения. Возможно. Почему такая модель поведения у мужчины? Я не говорю обо всех, потому что все-таки психология учитывает индивидуальные моменты. Но, возможно, у мужчины в его семье с родителями, либо в его окружении, либо конкретно с ним, произошла такая ситуация, что он был с девушкой, да, или его окружение. Но когда у него изменилось материальное положение, не в лучшую сторону, то девушка его покинула. И тем самым у мужчины есть страх, что его принимают только из-за материальной составляющей. Вторая причина. Мужчина не научен делать подарки.
ну вот не приучен, знаете, вот такое слово приучен. Он в школе вот эти вот подарки? Я думаю, что, возможно, знаете, как психологи шутят, не сформирована определенная когнитивная схема. Вот то, что мы говорим. Звучит очень красиво, да, у психологов очень много красивых словосочетаний. Не приучен, я думаю, что, скорее всего, потому что в какой-то степени мама где-то обесценивала данный праздник и вообще подарки относительно девочкам. Я бы вот очень хотела порекомендовать, да, мамам сыновей, чтобы они не просто покупали на 8 марта то, что они считают, а чтобы они советовались вместе с сыном. Во-первых, они будут развивать у своего сына наблюдательность, да, будут говорить: сынок, посмотри, пожалуйста, сынок, а как ты думаешь, что, например, Лене, вот что бы она хотела? Да? Что бы, например, Лена хотела? Да, и вместе со своим сыном уже ходить и приобретать тот или иной подарок, чтобы не мама определяла. Следующий момент. Мужчина, знаете, вот у него присутствуют, я бы сказала, такие, знаете, ложные убеждения, что подарок обязательно должен быть дорогим и крутым. Ну, я не могу позволить, допустим, автомобили, либо какие-то украшения. Поэтому я вообще ничего не дарю. Но, вы знаете, возможно, за такой моделью поведения скрывается жадный тип. Возможно. И ему очень так удобно все это завуалировать именно в таком контексте. Но вот я относительно жадного типа все-таки хотела обратить внимание, что, как правило, если человек жадный в деньгах, то он будет нещедрый и в чувствах. Здесь нужно как бы понимать. Да. Следующий момент. Мужчина не видит смысла в подарках. В каком плане он не видит смысла? Ну вот он, допустим, девушка хочет какие-то украшения, а он говорит, а он так себе думает, ну она наденет эти украшения один, два, ну три раза. А все-таки зимняя резина к автомобилю, она будет более практична, правда же? Она же ездит на машинке, ну да. Наши гости кивают. Она же ездит на машинке каждый день, и в принципе это безопасность, и кухонный комбайн для него. Такой, ну то есть практик. Лена, доставайте список. Практичный такой мужчина. Ну, можно сказать, что у него была очень практичная мама, экономная мама. Да. Но все-таки мне бы хотелось отметить, уважаемые мужчины, сковородку и кухонный комбайн вы можете подарить на Новый год и день рождения. Да, да. А на 8 марта обратите внимание все-таки на женскую составляющую. Вот, вот правда. Спасибо большое, Оксана. Владимир, короткий вопрос. Как вы будете сына воспитывать, дарить подарки? У вас есть алгоритм? Я думаю, у него будет свое мнение, но помочь ему в правильном выборе, послушав, я думаю, я смогу ему помочь. Закупайте шарики. Мама, я давно хотел тебя познакомить с девушкой, которую я давно познакомился, и мы ведем очень плотные встречи, тщательно мы знакомимся и между собой. Ты поел? Да, я позавтракал, спасибо. Спасибо за рубашку, Владимир. Вот, да, познакомьтесь, это Фаина Георгиевна. Вот. Это Галя. Очень приятно. Это фамилия Капитонова? Галя. Да, Капитонова. Отчество. Отчество? Галя. Ну, мы просто эти вопросы не выяснили. У вас как в фильме, да, редкое имя такое, да? Да, у вас тоже. А можно просто Фаина? Я отчество уже забыла ваше. Нет. Нет, а какое отчество еще раз? Георгиевна. Хорошая девочка. Нет, у меня все нормально с памятью, я просто очень нервничаю, да? Ну, я хочу вам показаться правильной, хорошей, чтобы вам Я могу оставить вас. Нет, посиди, посиди, Сашечка, посиди. Смотри, мама, конфетка. Ой, спасибо, мои любимые. Мама мне конфетки. Хочет а чем вы занимаетесь? Расскажи, чем ты занимаешься? Да. Так я же актриса, да, мама. Хотите в театр сходить? Какая замечательная, несерьезная профессия. Почему несерьезная? Я очень серьезная, серьезные роли играю вообще, да, поэтому... Ну, вообще, какие? Ну, разные, главных у меня много ролей, да, я вообще классная, да, звезда. Приходите, посмотрите на мои спектакли. Главная роль, я видел один спектакль, это в спектакле Чиполлино, она играет вишенку. Нет, она ошибся, я Луковку играю. А, Луковку. Пупсик, ну, они просто очень все. Похожи. Ну да, вишенка, Луковка. Пупсик. Пупсик, да, мы так друг друга называем. Пупсик. Это так мило.
Да, да. Просто мама очень не любит это слово пупсик. А, да? Так я второе тогда не буду говорить. Котик она тоже, наверное, не любит, да? Это что? Она больше собачек любит. Ну да, котик-пупсик. Котик, он никогда не любила кошачьих. Я его еще тигр называю. Ну, иногда. Я должна знать, когда вы его называете тигр? Не, ну не обязательно. Леночка, давайте как-то постараемся все-таки пообщаться. Кто? Галечка. Леночку раньше приводил, да? Нехорошая девочка была, у них просто не сложилось. Да, очень хорошая. Она написала на мою простынь. Может быть, маме не понравилось? Не, она хорошая, но как-то не очень все равно была. Такая вот хорошая, но не очень. Не, ну я лучше, я вам сразу говорю. Я вижу, тигр, да. Леночка, а как у вас, как вы готовите, умеете или что-то? Я очень хорошо готовлю. Я яичницу такую вкусную готовлю. Вообще никто так не умеет готовить яичницу, как я. Я, если хотите, я вас научу. То есть я так понимаю, что нужен телефон хорошего гастроэнтеролога, если у меня сыночка все время будет кушать яичницу? Не, ну почему все время? Только на завтрак, а днем мы там пойдем где-нибудь еще поедим, вечером можно в кафе сходить, ничего страшного. Мама не любит инородную кухню. Инородную? Ну мы будем народную есть. Фаст тогда, фуд? Ничего. Ну это... Не-не, фастфуд нет, мы не будем. А давайте посмотрю фотографии, как-то немножко разрядим обстановочку. О, это, да. это мои детские фотографии. Да, детские фотографии мы посмотрим. Вот да. Вот. Ага. Это он на утреннике. Ой, вот это смешной какой. Да, вот это она, кстати, написала на мою фотографию. Вот эта девочка. Да, да. Очень мило. Леночка, ясно. Ну, видите, тигренка играл уже. А вот поэтому я его тигр называю. Ну, только я могу назвать, потому что я знаю, что он играл тигренка. Да, то, что он рычит. Вы знаете, как он рычит? Во сне. Да, поэтому я его тигром и называю. Класс. Так поэтому ты дома не спишь? Ну почему? Ты боишься меня рыком разбудить, значит? Мам, я перевоспитываюсь. Хорошенький. Давайте фотографии посмотрим. Давайте. А вот... Вот еще, да, девочка очень хорошая, мне она очень нравилась. Это она шоколадом обмазалась и ходила всех целовала. Да, мне очень нравилось. Нет, но мне очень нравилось, да. Да, вот. Ой, а это вы, да? Ой, ну вот это вы вообще не изменились. Это мы в церкви, да, и это тоже. Ну это приятно, а ничего. Прекрасно. Ничего. Ой, вот эта девочка такая классная вообще. Жаль, что она уехала. А куда, сыночек, напомни маме? Она? Да? В Душанбе. В Душанбе. Какие-то ну, такие... Богу. Ну, у нас все время какие-то были, вы знаете, галочки, это девочки. Нет, я не собираюсь никуда уезжать, нет, честно. Душанбе, я остаюсь здесь. Я даже, в принципе, могу к вам переехать уже, если хотите. Это такая радостная новость. Спасибо вам большое. В нашу однокомнатную? Ничего, я много места не занимаю. Ну, у нас же была идея, у нас же потолки высокие, 2,40 мы хотели второй ярус сделать. Класс, ну как раз 40 сантиметров нормально, в принципе. Ну, почему можно даже 50? 50, да. Главное, резко не встать. Я прям боюсь спросить, ты предложение уже сделал? Ну, не, я переехать. Предлагала в кино. В кино. В кино мы ходили, да, раз 5. Ага. Один и тот же фильм, просто Галечка все время засыпала. Ну, просто вспоминать Леночку, хорошая девочка вот такая, да, уехала, жаль. А как вот насчет деток? Вы планируете? Да, конечно, я 7 хочу детей. Отвечай. Я в это прекрасное дети, желание. Ты же знаешь, мама современная. 4 девочки, 3 мальчика, я так прекрасненько. Хочу. Мама современная, мама любит путешествовать, мама с внуками сидеть не будет. Не, ну единственное, просто надо как-то будет расшириться нам, потому Леночка, что мы все тут не поместимся. Спасибо большое. Как-то дисциплинировать надо в конце концов. Значит, да. Как ты будешь рыбочком? Ой, какой славный, красивый мальчик. Это я ему гладила рубашку. Это я ему гладила рубашку, ну да не суть. Ладно, я другую гладила, хорошо. Я сам сегодня гладил себе рубашку. Скажите, растерялась, потому что я разволновалась. Вы не нервничайте, мамочка. Можно я вас буду мамочкой называть? Ну, я думаю, что уже как бы... Если 7 детей, то уже ну, можно. Ну да, можно, да, хорошо. Да, да. Бабушка даже еще рано. Сынчик, такой вот вопрос, скажи, а за обеспечивать ты будешь как? Ты же курьером работаешь. Ну, меня собираются повышать. Будет главным курьером. Да. Города. Всего. Всего. Ну, да. Нет, ну мне просто еще другие заказы будут отдавать. Ну, там больше теперь не 3% будет, а 6%. Ну, 6% ничего. Мы сразу всех 7 детей сделаем. Мы по одному будем делать. Тем более 40 сантиметров еще потолок. Есть запас, да, конечно. Да, да. Мы успеем все, ничего, да. Угу. Пока вырастут. Ага, да.
Леночка, вы, конечно, да, вы мне очень понравились. Вы такая замечательная. Я знала, что маме понравится. Я рада за тебя. Я люблю свою мамочку. Ой, это очень люблю. На хорошая. Тебе, сыночек, на тебе конфеточку. На тебе еще рыбочка. Мама меня любит. Ничего, она и меня полюбит. Хороший такой. Леночка, я так понимаю, что вы не задержитесь, вам надо... Пишите же, да? Нет, я могу еще посидеть часика два, у меня еще есть время. Да, знаете, ну, я спешу, наверное. А, вы да. уходите? Так мы еще да. побудем дома, да? Да, но мне нужно, чтобы мне сыночек помог там. Вот. На рынок надо сходить. А, ну да? сходите, я пока посижу, подожду тут. Да, точно? Да, да. Вы не испугаетесь? Нет, нет, в однокомнатной не квартире одной вам не будет. Он злой, он может обклевать тебя. А я подружусь с ним, я могу пол вам помыть здесь. А давай оставим ее, сыночек, давай. Пусть оставим работает. Конфет. А вы можете конфеты оставить тоже. Да. Ну, давайте вы помойте пол, а потом мы придем с конфетами. Идем, сыночек, иди, мне поможешь. Тут... Идем, я иду, а ты догоняй я меня. Я догоню. Да. Ну что? Я вот зайду снова в кадр с конфетами. Леночка, это было потрясающе. Вам конфетки. Пожалуйста, поправляйся да. на здоровье. Помочь нам... Да, вот я снова присяду. Помочь нам разобраться, что же произошло только что, потому что я тоже не поняла. Вот, никогда еще у меня не было взрослого сына такого. Вы порепетировали. Да, наш замечательный психолог Оксана Вдовиченко. Оксана, доброе утро. Доброе утро. Да, Оксана, что скажете по поводу того, что происходило? Знакомство с родителями, ответственное мероприятие. Как подготовиться к нему? Вы знаете, на самом деле, да, это ответственное мероприятие. Я вам могу сказать, что уже здорово, что молодожены, как я понимаю, да, ребята, у которых плотные отношения, и которые планируют их продолжить, пришли все-таки знакомиться с мамой. Они прислали открыточку, приглашение на свадьбу. Это уже показатель того, что девушка серьезно относится к молодому человеку. Во всяком случае, она уважает его семью и его мнение, его убеждения. Его желание. Оксана, скажите, какие ошибки совершают родители, когда к ним приходят? Потому что для кого вообще это волнительно? Для родителей или для детей? Я думаю, что это волнительно для обоих сторон. Что для родителей, что для детей. Ну, наверное, основная такая ошибка, это когда родители очень критично настроены к избраннице, либо к избраннику, да, с, своего ребенка. И здесь все-таки стоит четко понимать, что это тоже чей-то ребенок. И более, ну, скажем так, спокойнее относиться к такому волнительному моменту. Потому что на самом деле, конечно, все волновались. Это здорово, что вы как мама, и это здорово, что ваша будущая невестка да, озвучила такой момент, что волнуется. Потому что правда всегда обезоруживает. И тем самым это показатель, что человек достаточно открытый. Ну, я, наверное, первым, на что я обратила внимание, девочка очень была инициативна, очень. Вы знаете, наоборот, когда приходят в другой дом, да, человек смущается. И такой вот становится стеснительный, безинициативный. Здесь, конечно, девушка руку, скажем так, флаг первенства забрала, конечно, она. Но я думаю, что потому что вы очень вежливая, интеллигентная мама. Да. Соответственно, вы сделали определенные выводы, что... Я воспитала хорошего сына. Да, вы воспитали хорошего сына. Ой, и могу вам сказать, что девушка, в принципе, современная. И, смотрите, 8 детей. Я думаю, что, наверное, это был такой точка отсчета. Вы изменили к ней отношения. Да, что она все-таки ответственная, заботливая, и вы будете видеть продолжение таких замечательных генов да, вашего сына, которого вы очень любите. Очень люблю. В этот момент можно было, конечно, не показывать родителям, что они любят очень да, сына, это получается, что как будто он очень инфантильный ребенок, и он не может ничего сам сделать. Ну как же, он же взрослый, вот он, знаете, что мне еще нравится? Мне еще нравится, что у нас есть, ну, всегда желательно говорить, не то, что желательно, говорить о перспективе. Видите, у молодого человека всегда есть перспектива. На первом встрече он будет главным курьером. Сейчас да, вот да. есть перспектива. Это здорово. Смотрите, да. девушка его поддерживала. Да. То есть она не стала говорить, да ладно, то что обесценивать позицию. Она его поддерживала. Это важный момент. Конечно. Не это стоит критично. Подкупить родителей, но это будет приятно. Ну, конечно, будет приятно, что есть поддержка со стороны. Оксана, у нас есть звонок. Да.
Вы знаете, снова вас очень плохо слышно. Перезвоните, пожалуйста. Да, спасибо. Может быть, сделать чёт обязательно. Оксана, так вот в завершении немножечко такие как бы коротенькие вопросики. Скажите, вот когда обращаются там пусики, лапочки, рыбочки, стоит ли так обращаться к своему, ну, как бы к ребенку в присутствии родителей? Это достаточно интимные, личные отношения. Поэтому не стоит эти личные отношения, личные границы придавать им такую всегласность, да, с родными людьми. Все-таки это ваше взаимодействие. Смотрите, есть четкие границы между детско-родительскими отношениями. И здесь этот момент все-таки не стоит проявлять. Mm-hmm. Здесь достаточно, он взрослый человек, я взрослый человек. Когда мы наедине, конечно, мы можем и поцеловаться, да, мы можем быть более в тесных отношениях и, соответственно, использовать такого же рода слова с ласкательным уменьшительным суффиксом. Да. Это будет уместнее. Я поняла, Оксана. То есть мы можем что посоветовать? Коротенько, потому что у нас уже время. Да, коротенько. Мы советуем быть уверенными. Да, мы советуем быть уверенными, мы советуем быть честными, мы советуем быть уравновешенными. Это здорово, что показали любовь к детям. Можно показать, что также есть забота к животным, проявлять инициативу, не надевать на себя чужой пиджак либо платье, то есть играть свою роль. Mm-hmm. Ну, конечно же, это, смотрите, первое знакомство — это не спектакль, это не деловые отношения. Будьте собой, и все получится. Все получится, конечно. Доброе утро. Ты проснулась? Да. Я рад. А что ты меня так рано разбудил? Ты, наверное, хочешь мне что-то сказать? Сначала ты очень громко храпела, потом я подумала, что может заодно и... А вот что это я нашла, скажи, это к чему? Ну что это значит, скажи? А, это, ну, скоро будет День Святого Валентина, я хотел, ну, так, ну просто дело поделки. А это для чего? Это мама, когда свет отключали, купила, не было других. Ну, я понимаю, но мы уже с тобой 8 лет встречаемся, может быть, ты не просто так меня разбудил так рано? Ну? Ну, я не каждый день тебя будю. Давай. Или бужу. А может быть, ты хочешь на коленка встать вот так, красивенько, вот здесь? Нет, у меня после работы так колени болят. Ну, придумай что-нибудь, ну, как-то по-другому. Ты завтракала? Нет, еще что. Нет. А хочешь, я пойду приготовлю яичницу? Давай потом, может быть, сначала, а потом яичницу. Да потом, боюсь, не все, у меня заказ там хороший, там 12% отдают, я же курьер. Да, ты уже главный курьер города, поэтому, может быть, пора как-то все-таки, ну, перейти на новую стадию наших взаимоотношений. Вот, об этом я хотел поговорить. Я подумал, что как-то... Жить в однокомнатной квартире с мамой — это не очень удобно. И? Вот, я думаю, может быть, мы переедем. И для чего? Для того, чтобы нам было свободней. Свободнее что? Ходить по квартире. Какая прелесть. А вот. Очень, вот видишь, смотри, посмотри на мою руку. Да. Мне кажется, чего-то не хватает здесь. Тебе не кажется, что да, здесь вот уже 8 палец лет чего-то не хватает? Да, вот этот палец черным лаком. Нет, это ты хорошо, что ты заметил. Да. Ну вот, мне кажется, вот тут вот такая должна быть, вот что-то блестеть, такое с камушком небольшим вот здесь. Ну вот, посмотри, не кажется? У вот тебя что, там какая-то травма и осколок? Нет у меня там травмы, тут колечко не хватает. Как, ты потеряла кольцо? Я его не потеряла, у меня его нет. Ты мне не подарил еще колечко. Ты что, не понимаешь, к чему я клоню? Просто, ну, я коплю деньги. На что? Ну как, ну я же это все время, 8 лет я копил деньги. И? Вот я копил. Сегодня то утро, когда ты хочешь сделать мне... Омлет. Омлет. Омлет ты мне можешь сделать после того, как ты хочешь мне сделать что? Слышишь, мама смеется. Она может быть, сейчас услышать. Может, мы, кстати, маму позовем, и для того, чтобы ты мне сделал самое важное. Не надо звать, вот мама. Мамочка. Мама, доброе утро. Доброе утро, мамочка. Мне кажется, что я смогу вас называть мамочкой. Мама, иди ко мне. Да, сыночек, да, что? Подержи. Подержу. За ручку мамочка, тебя... Мама, сядь ближе. Мамочка, мне просто кажется, что мы встречаемся уже 8 лет. И как бы, ну, есть следующая... 7 лет, 10 месяцев, 4 дня и 23 часа. Вот, мамочка. Я блокнотик ему подарила, он все записывал. Вот, ну, как бы, может быть... Мама, у меня есть проблема. Оказывается, я это... Как проблема? Нет, мама, там все хорошо, мама. У меня другая проблема. У меня это... Предло... Страфобия. Что? Еще раз давай. Предлож кастрофобия.
Это что-то связано с тем, что... Что-то боится, да, по-моему. Да, да, да. Вот, да. Я это... Ты завтракала? Нет. Вот, я думаю, давайте я вам пойду приготовлю омлет, а вы поговорите. Мама, он никогда на мне не женится, никогда. Вот, она сделала мне предложение. Какая прелесть. Почему его делала я, а не ты мне? Я потому что я должен был поговорить с мамой сначала. Хорошо, я закрываю уши, говори с мамой. Говори, сыночек, она не слышит. Мама, она мне сделала только что предложение. А ты как? Я вот думаю, 8 лет, все-таки немаленький срок. Да. Ты подслушиваешь. Вот. Я и не знаю, я в интернете читал, да, как это все делается, смотрел, потому что я боюсь. Но я не знаю, что ты посоветуешь. Ну, как бы 8 лет, подсчет, кажется. Давай же, чтобы не казалось. Это на 14 февраля. Я как бы хочу, чтобы вы уже уехали. Как бы в знакомой квартире очень сложно. Может, вы как-то решитесь на что-то, уедете. Вот. На что мы уедем? Может быть, ты решишься на что-нибудь. Решись уже на что-нибудь. Давай это подержу. Ну ладно. Давай. Это. Ой, давай, мама, давай. Что происходит? Давай еще раз. Как репетировать? Помнишь, ты когда? Да. Давай. Дорогая Лена. Чка. Чка. Правильно. Я тебе говорил, что ты очень похожа на мою знакомую Галит с Израиля. Много подробностей. Хорошо. Вот здесь то, что может нам помочь. Жить вместе официально. Там волшебное кольцо? Да. А где кольцо? Я его одел, чтобы не потерять. Умничка мой. Вот, не снимается. Может быть, насчитаем? В общем... Ну, коробочка есть уже. Заходи за мной, жена... Ой, выходи за... В давай общем, раз, я хочу, чтобы ты стала моей женой. Моей супругой. Супругой. Слава богу. Я подумаю, мне надо подумать. А сколько? Ну, еще 8 лет. Так, а я могу пока омлет пожарить? Да, иди пока жарим. Я пойду жарить омлет. Я пойду жарить омлет, а вы привыкайте к друг другу. Еще 8 лет, я не выдержу. Ну все, иди на работу, у тебя там заказ 12%. Колечко не забудь принести. Я зайду в изготовление ключей, попрошу, чтобы распилили. Да, чтобы распилили. И потом на мой, у меня 16-й, 16-й, запомни, 16-й. Не убирай носки с-под телевизора, это ножка сломалась, я подпер. Хорошо, хозяйственный сыночек. А, дорогие друзья, да, мы поаплодируем. Присаживайтесь, Владимир, да. А наши замечательные актеры Елена Ященко, Владимир Лилицкий разыграли. Мама себе взяла. Разыграли перед нами вот такую ситуацию, которая, в принципе, может происходить. Почему бы и нет? В принципе, может происходить. И нам сейчас поможет разобраться, может ли такое быть. Наша гостья, кандидат психологических наук Оксана Вдовиченко. Доброе утро, Оксана. Доброе утро. Оксана, вы видели все, что происходило, всю уверенность, царившую на этой площадке. Что скажете, почему мужчинам так сложно сказать эту фразу «будь моей женой, выходи за меня». Я бы хотела сказать, что не всем мужчинам сложно сказать эту фразу. Есть несколько типов мужчин, которым сказать это сложно. Я думаю, что один из типов, это наш герой, это такой сомневающийся тип, который думает о том, что я встречу девушку, которая в какой-то степени лучше, может быть, я полюблю эту девушку, а так я уже как бы в этих отношениях. Потом еще есть такой тип, причина, да, по которой мужчина волнуется сделать такое, такое серьезное предложение, это потому что у мужчины есть страх потери свободы. У него были определенные встречи с друзьями, определенные какие-то интересы, и почему-то у него возникает такое ощущение, что если он вступит в отношения, да, вот так все получится, то, соответственно, эти интересы будут уже не такие значимые. Я, знаете, хотела бы прокомментировать. Да, все, что происходило. Хотела бы прокомментировать, наверное, вы, как я могу сказать, я уже, по-моему, говорила, вы отличная будете свекровь, вот правда. Как приятно.
Потому что с вашей стороны абсолютно не было никакого давления, ни психологического, ни физического. Понимаете, вы четко предоставили своему чада выбирать, принимать решение. Это действительно... Сложно мальчику было принять решение, но... Ну, у вас вообще такой мальчик сложный немножко в каком-то плане. Да. Но, да. И вы его просто очень сильно любили и любите, я понимаю. Ты рубашки там гладили. Да, я понимаю. Оксана, что вы скажете по поводу, вот женщина, порой девушка начинает давить, форсировать эти события. Стоит ли избирать такую тактику? Ну, смотрите, когда человек давит, да, вот психологически или ставит ультиматум, как мы будем относиться, воспринимать этот вопрос? Мы, конечно, будем, нам будет, ну, не то что неловко, нам будет неприятно. Плюс я бы хотела порекомендовать, да, девушкам вот такое железное правило, никогда не предлагайте выходить, никогда не предлагайте отношения первыми, потому что тем самым так оказывается, что эти отношения важны только для женщины, важнее, нежели для мужчины. И, соответственно, женщина – это показатель того, что женщина боится потерять мужчину больше, нежели он боится потерять ее. Здесь можно, знаете, очень так красиво, в принципе, у Елены это получилось. Она так ему намекала, но, понимаете, либо человек, войдите, ну, как бы не хотелось бы так думать, скорее здесь все-таки другой типаж. Да, он хороший, да, он просто не уверен. Либо человек, знаете, ну, не видит девушку, вот конкретную девушку, а рядом с собой, как она его... Он тратит время на отношения. Ну, вы понимаете, тратит время на отношения, это тратит время на отношения женщина. Мужчина на отношения время не тратит. Мужчина тратит отношения на усилия, приложенные для того, чтобы решить какой-то материальный вопрос. А на отношения, ценность для женщины отношения, мужчина, вы же прекрасно понимаете, что вообще гражданские браки, ну не знаю, стоит озвучивать этот момент такой, или да, ну он... давайте такие гостевые эти. Ну давайте браки. Гостевые браки. Я, конечно, как психолог, я только за. Но вот если бы у меня была дочка, я, конечно, против. Ну, поэтому у вас сын, вам легче. Да, да, слава богу. Дело в том, что здесь, давайте, если серьезно, да, дело в том, что тут нужно четко понимать, дело в том, что женщина по своим физиологическим процессам, да, она, ну, не то что стареет, но внешне немножечко увядает быстрее. Мужчина, наоборот, с возрастом становится мужественнее, харизматичнее, тра-та-та-тра-та, генералом, да? Поэтому, соответственно, с каждым минутой, с каждым днем рождаются все много больше и моложе. Поэтому этот момент, вы же понимаете, фертильный момент, да, у женщины недостаточно, ну, не то, что недостаточно короток или длин. Есть определенный период, когда, в принципе, стоит на это обратить внимание, да. И здесь четко, я всегда озвучиваю, надо определить период. Да, задать вопрос: дорогой, я не против с тобой общаться в гостевом браке, да, чтобы мы встречались. Но давай мы подумаем с тобой, ты примешь решение, потому что ты мужчина, да, ты, ну, красивенько, ты мужчина. Ты примешь решение, какое время, ты подумаешь, подходим мы друг другу, сколько времени тебе нужно для того, чтобы ты понял, что мы подходим, да, друг другу. Второй момент, как ты поймешь, что мы подходим друг другу, как? Ну и третий такой уже, для меня, в всяком случае, риторический вопрос, что с этим делать дальше? Это уже такой момент. Если мужчина отвечает на эти вопросы, ну я не знаю, жду трамвая, мне надо подумать, мне надо посмотреть, как мы подходим друг другу. Слушайте, а с этим мужчиной вы будете 8 лет жить, 12, 15, и он все время будет искать какие-то вот эти оправдания, которые, знаете, имеются на такой внешний момент. А когда внешний. Говорят, вот давай мы там сначала купим с тобой что-то, соберем деньги на это, потом свадьба. Это отличный вариант, когда мужчина тоже, да, вот почему не женится, а первый он либо холостяк, такой, знаете, вот такой махровый холостяк, для него важно, чтобы паспорт был чистый, вот, знаете, вот такой колобок. Вот, такой чистюля. Чистюля, да, можно сказать, чистюля, такой щепетильный, да, ну зачем мне вот эти
вот какие-то там ярлыки, зачем оно мне? Мне это абсолютно не нужно. Знаете, это как колобок. От бабушки ушел, от дедушки ушел. Такое вот что-то. А второй момент, вот то, что вы говорите, мужчина, который вот сейчас не готов жениться, сейчас, а сегодня, вот сегодня. Вы знаете, я могу вам сказать, что это, в принципе, здорово, потому что 20-30, вот этот период десятилетний, для мужчины значим относительно вот становления как мужчины. Угу. И когда он, как бы, если действительно в этот период необходимо решить материальные вопросы, то, конечно же, можно с этим мужчиной общаться. Но смотрите, вы же прекрасно понимаете, что потом происходит ну, такая привычка. Угу. И то мясо вкусное, которое жарила девушка на начальном этапе, и она считала, что вот он попробует мое мясо и 100% на мне женится, вы прекрасно понимаете, что со временем... Владимиру понравилось. Со временем это мясо уже будет, ну, мясо, ну, пожарило, ну, вкусно. И девушку будут накрывать. Ну, как же, я столько времени, и так далее, и тому подобное. Когда же вот я увижу осколочек на своем пальце? Потому что на самом деле семья и супружество, я могу вам сказать, для женщины выйти замуж – это достаточно высокий статус. Правда, это очень высокий статус для женщины. Для мужчины, ну, этот статус, скажем так, в приоритете на третьем месте. После работы, после взаимоотношения с ребятами. Угу. И только на третьем месте для него ценный статус. Для женщины, конечно, статус... Но это как бы среднестатистическое, или это как бы мужчина вот так он на третье место ставит, или это не Я вам могу сказать, что для того, чтобы гармонично развивалась мужская личность, психологи четко определили иерархию ценностей. Угу. И у мужчины иерархия ценностей отношения женщины находится на третьем месте. Угу. После работы и после... Там родители могут еще пробегать где-то. И на втором месте... На втором месте отношения с друзьями. Взаимоотношения, что для того, чтобы он чувствовал, что таки действительно он мужик-мужик. Понимаете, потому что мы уже говорили о том, если женщина не задает вопрос, боже мой, у нас сегодня 35-й день, 30, как мы поцеловались, а он говорит, слушай, правда? А она говорит, ты помнишь, что в 75-м году там Аргентина выиграла, там, я не знаю, там, учили. А почему ты это помнишь? Ну, потому что с мужчинами, он будет со своими друзьями, он будет рассказывать именно об этом, об этой встрече, а не о том, что он с вами там 35-й день как бы поцеловались, понимаете? И еще один момент, я могу сказать, что мужчина, здесь такой, да. Мужчина либо не воспринимая, не видит, что эта женщина может реализовать его потребности, либо мужчина еще не понял, что она может реализовать его потребность. И вот тут женщина... И как показать это? Какую-то нужно сценку разыгрывать? Смотрите, я вот, да, вот если бы, допустим, ко мне Елена, ну вот я бы с Еленой бы так пересеклась, и она мне говорит, ну, Оксана, ну вообще, слушай, такая бабайка, ну не получается, что же она мне не женится? Я бы задала вопрос, Лена, а на каких условиях вы пришли, простите, к нему в дом 8 лет? На каких условиях? Вы не проговорили, вы допустили ошибку, вы не проговорили с ним важный момент. Угу. О том, что, дорогой, сколько мы будем вместе жить, и как ты поймешь, что действительно я тебе подхожу. Как? Если 8 лет они тусили друг с другом, еще мама тут это вот, значит, все было, да, значит, было все замечательно. Мужчина, он ей же все подходит. Понимаете, это точно. А не спугнуть, вот мы, он там предложил вместе всех, он говорит, а жениться когда? Нет, вот это вот жениться, вот знаете, вот эту фразу, когда ты на мне женишься, мы просто ее вот зачеркиваем. Я не знаю, она испаряется, хоп, и все, ее нет. Все, она где-то, я не знаю, улетела. Мы озвучиваем другие фразы. Например, такие, знаете, очень такие пространственные. А что ты думаешь вообще о женитьбе? А что ты думаешь вообще о свадьбе? А как, когда это, возможно, мероприятие, значит, случится? Вот как ты представляешь, вот парень, мужчина, женщина встречаются, через какое время, по твоему мнению, они могут, значит, соединиться? Какие качества ты видишь в своей жене будущей? Да, хочешь ли ты детей? Сколько? И не молчите тоже. Так же вы озвучиваете. То есть говорить об этом нужно? Конечно, обязательно. Ну, а кто же вас поймет? И женщина, когда озвучивает, говорит, ну вот, а я там хочу тогда-то, тогда-то, чтобы у нас были детки, я буду обязательно похвалить, вы же помните, самопрезентация важна. Я такая замечательная хозяйка.
хозяйка, у меня такое эксклюзивное оливье, я добавляю там какой-то там специи, потом тебе... Мужчина должен, понимаете, ну слово такое «должен». Пусть знает. Понимаете, должна, ну не то чтобы быть какая-то интрига, должно быть вот это вот какая-то, знаете, ну недосказанность. И я вам могу сказать, что возможно, Татьяна, это подумать на тему о том, что это отдельная передача, какие женщины привлекают мужчин. Потому что здесь есть отдельная, знаете, вот такие вот четыре шага, чтобы выйти замуж. Первый шаг – стать женщиной, стать такой женщиной, на которой хотят жениться. Понимаете? А это действительно, ну вот если два у нас есть еще время, слова. Да. Ну, например, иметь свои четкие стандарты. У женщины должны быть свои стандарты. Целуюсь на третий день. Там, хочу, чтобы мужчина, когда пришел на свидание, подарил мне там, букет цветов или шоколадку. Понимаете? Да. Встречаюсь для интимных отношений не на сиденьем, заднем сиденьем в машине, потому что так получилось, или там где-то на скамеечке. Понимаете? А хочу, чтобы это было там, в номерах. Ну, допустим. Подготовлено. Да, подготовлено. То есть стандарты, понимаете, получается, когда мы входим в гражданский брак, в гостевой брак, да. Извините, да, ну, это входим. Корректнее, входим, да, когда мы входим, смотрите, мы по каким правилам? Мы по правилам мужчины играем. Мы не играем по нашим правилам, понимаете? Мы уже включаемся. Я не хочу сказать о том, что вот мужчинам так удобно, неудобно. Послушайте, вы же понимаете, женщина, ну как так деликатно сказать, от нее зависит 70% в отношениях, и только 30% зависит от мужчины. Все, точка. Да. Вот знаете, вот конец цитаты. Вот в этих процентных соотношениях все. Я, может быть, сейчас... Мужчина так, наконец-то. 30, да, все, легкотня. 30%. И я бы, да, и вот здесь такой момент, если, чтобы женщина, ну, как бы озвучивала свои пожелания, да, в корректной форме, и, соответственно, также себя преподносила. Ну, например, да, вот в тренажерном зале, вот я просто вот видела ситуацию буквально недавно, такая яркая. В тренажерном зале девушка в облегающих леггинсах, такой красный топ, хорошо так потренировалась, вытирает полотенцем так, ну, как актриса. Вот что она так хорошо позанималась, подходит молодой человек и говорит, вы так отлично позанимались. Она говорит, да. А он говорит, вы знаете, мне так нравятся ухоженные девушки. И ее фраза. Меня просто, знаете, вот как вот, ну, вот все-таки профессия накладывает отпечаток. Не говори! Молчи! Она говорит, женщина всегда должна выглядеть сексуально. Пожалуйста. Как вы думаете, я просто, знаете, у меня так, а он, а она, а он. И знаете, я, конечно, я не читаю мысли, но по глядя на мужчину, я понимала его, скажем так, поток мыслей. Работу мыслей. Ну, мне так кажется. Да. Может быть, я не хочу, но мне так кажется. И вот так, на какое встрече мне еще надо сюда сколько раз походить, ага, что мне надо ей еще сказать. Так, я думаю, что дней так этак через 3-4 у нас все случится. Так, надо думать, где же рядом следующий тренажерный зал, чтобы как-то красивенько уйти по-английски. 30% не надо. Понимаете? А если бы девушка сказала по-другому? Например, спасибо, я всегда волнуюсь за свое здоровье. А спорт – это один из способов, чтобы поддерживать себя в тонусе. Глубина? Глубина. Мы почему-то, мы имеется в виду, мы люди, мы отношения развиваем не вглубь, а вширь. И вот этот момент, ну, меня пугает, с одной стороны, пугает. То есть, Оксана, вот что вы вот девушкам так коротенечко, ну, не минут на 40, да, я поняла, советы, что нужно, как себя вести, чтобы услышать, если уже в гостевом браке или... Ну, давайте так, все-таки 4 шага, да, я озвучу кратенько. Да. Первый шаг – стать женщиной, то мы буквально пару таких вот эскизов, стать женщиной, ради которой мужчина на которой бы мужчина хотел жениться. Второй момент – понять причины, по которым мужчина не готов сделать предложение. Если это материальное, поддержать его, но не включаться с ним 8 лет, понимаете, вот в эти
отношений. Пришли и убежали, должен остаться след, он должен, где она, я скучаю, где моя любимая, понимаете? Вот такой. Третий момент, который, да, на который следует обратить внимание, все-таки взять на себя ну, какую-то такую решимость, я бы сказала, решительность, да, чтобы мужчину немножечко вот сподвигнуть к отношениям, которые мы озвучили, вопросами грамотными, но никогда ты на мне женишься, понимаете? Когда ты на мне женишься, закрытый вопрос, максимум три варианта, сегодня, послезавтра, никогда. Вот, открытый, да? И, конечно же, и четвертый такой, знаете, пусть, может быть, он радикальный, но если мужчина не делает предложение, значит, нужно найти в себе силы уйти от этого мужчины, потому что зачем дорожить тем человеком, который не нуждается в вас? Спасибо большое, спасибо. Оксана. У нас была в гостях кандидат психологических наук Оксана Вдовиченко, помогла нам разобраться. Мы с тобой. Любишь ты в тусовках быть звездой. Подарки роскошные надо тебе. Машины, рубины, движняк в избе. Трачу я время и баксы свои. Знаю и вижу, что нет любви. Но не могу, не хочу быть один. Скоро оставишь без штанов, блин. Твои мысли сахар, твое тело мед. Лишь один поймет и растопит рот. Твои мысли сахар, твое тело мед. Лишь один поймет и растопит лед. Твои мысли сахар, твое тело мед. Лишь один поймет и растопит лед. Твои мысли сахар, твое тело мед. Лишь один поймет и растопит лед. Олег Осачий. Чувствую то, что круто завис. Знаю, что ты вселенная мисс. Рядом тусуются столько бикс. А я, блин, дурак, лишь с тобою твикс. Твои мысли сахар, твое тело мед. Лишь один поймет и растопит лед. Твои мысли сахар, твое тело мед. Лишь один поймет и растопит лед. Твои мысли сахар, твое тело мед. Лишь один поймет и растопит лед. Твои мысли сахар, твое тело мед, лишь один поймет и растопит лед. Лишь один поймет и растопит лед. Твои мысли сахар, твое тело мед. Лишь один поймет и растопит лед. Твои мысли сахар, твое тело мед. Лишь один поймет и растопит лед. Твои мысли сахар, твое тело мед. Лишь один поймет и растопит лед. Лишь один поймет и растопит лед. Твои мысли сахар, твое тело мед. Лишь один поймет и растопит лед. Твои мысли сахар, твое тело мед. Лишь один поймет и растопит лед. Твои мысли сахар, твое тело мед. Лишь один поймет и растопит лед.